Спасибо. Не прощаюсь, я зайду тогда. Вот.发车就跟前把头那个车车头，造成严重后果，这不可能。真蠢。море, Люся, это здесь море. Дети пенные. Будет морда здоровенная. Мы это поняли, номер 309, видишь, нарисовано? Так это... Серьгу, что ли, носил? Ты не слышишь, что ли, что он фотоет? Слышь, что-то как-то Серьгу так... Как-то Серьгу... 下边一间怎么样, 咱们得管。 А уже человека там вместе, это уже хорошо. Я вам не для этого и существуют друзья.
GPS, но только я не знаю, у меня скайп-то там загружен. Надо пароли там вводить. А почему будет? У меня. Ой.伴儿一起那走，矿业的，但是呢，有一个特点呢，就是他本身啊是学俄语的，还在大学教过书，俄罗斯，哎，闯荡过95年闯到俄罗斯，在俄罗斯挣的第一桶金，然后回来之后搞矿业了，哎，这你俩是合作伙伴，啊，在俄罗斯什么地方？预祝我们明天的这个开馆仪式什么一定会圆满成功。退了吧，退了吧。五大师赞了。这些年来啊，中俄艺术交流啊，有很多很多热心者在做工作。很多。很多热心的人呢、啊，在进行中俄交流。陈鹏月呢，严格讲还是起步应该是晚一稍微晚一点晚一点了。ну если по сравнению с другими людьми, тогда они раньше не видели кого-то это делать в России, но в Китае он так делал для всех русских только. 另外呢，陈鹏月的收藏现在也是马上记录，这个很好，我一定要拿下来。然后把我们这几个好朋友也都叫来。И в этот раз он потерял господина Джина. 有理由的相信，明天的画展的开幕式一定会非常圆满，非常成功。Я уверен, завтра у нас будет большой успех. И, конечно, когда он вернется в Китай, он опубликован статью об этом. 去了三台的七个人都看到ох, чемпион, ох. Завтра они уезжают.